16 февраля в селе Кизильское прошел третий открытый турнир по хоккею с шайбой на Кубок Магнитогорской епархии. Традиционно турнир посетил епископ Магнитогорский Верхнеуральский Иннокентий, а также представители духовенства Магнитогорской епархии. Данное мероприятие проводится с целью укрепления дружеских связей между спортсменами из разных районов Челябинской области, утверждения здорового образа жизни, а также профилактики правонарушений, совершаемых на религиозной и национальной почве. В турнире приняли участие представители Верхнеуральского, Агаповского, Кизильского и Брединского районов. Магнитогорскую епархию представила команда «Пересвет», а Верхнеуральский район – команда «Прогресс». По итогам хоккейных состязаний первое место уже третий год подряд заняла команда Брединского района, которая вновь увезла к себе домой Кубок Магнитогорской епархии.